Встречайте, группа сильнейших, весовая категория 85 килограммов. Спортсменам взойти на помосты. Дается контрольный отсчет времени. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Представляю участников. На первом помосте выступает мастер спорта России международного класса Любимский Сергей, Республика Бурятия. Спортсмен 1992 года рождения. Тренируется под руководством Ильи Ташланова, Игоря Блохина и Сергея Трофимовича Леонова. Сергей является серебряным призером чемпионата мира 2020 года, а также чемпионом Европы 2016 и 2017 годов. Лучший заявленный результат спортсмена в толчке 110 подъемов, в рывке 180 подъемов, сумма 200 очков. На втором помосте выступает кандидат в мастера спорта Никитин Дмитрий, Самарская область. Спортсмен 2004 года рождения, тренируется под руководством Александра Анатольевича Ковалевского. Дмитрий является победителем первенства мира по деревому спорту среди старших юношей. Его лучший заявленный результат в толчке 103 подъема, в рывке 77 подъемов. Сумма двоеборья – 180 очков. На третьем помосте выступает мастер спорта России международного класса Черкашин Дмитрий, Томская область. Спортсмен 1999 года рождения, тренируется под руководством Николая Александровича Тимофеева. Дмитрий является чемпионом мира 2020 года и победителем первенства мира 2018 и 2019 годов. Лучший заявленный результат Дмитрия в толчке 157 подъемов, в рывке 195 подъемов, лучшая заявленная сумма двоеборья 247,5 очков. На четвертом помосте выступает мастер спорта Плотников Вячеслав, Челябинская область. Спортсмен 98 года рождения, тренируется под руководством Потапова и Семушина. Лучший заявленный результат в сумме двоеборья – 234 очка. На пятом помосте выступает мастер спорта России Юрастов Станислав, Ростовская область. Спортсмен 1983 года рождения, тренируется под руководством Олега Щербина. Станислав является серебряным призером чемпионата России 2021 года. Его лучший заявленный результат в толчке 129 подъемов, в рывке 189 подъемов. Сумма двоеборья заявлена как 223,5 очка. И на шестом помосте выступает мастер спорта России международного класса Алексей Иванов, Чувашская республика. Спортсмен 1995 года рождения, тренируется под руководством Глинкина и Петрова. Алексей является чемпионом Европейской зоны России 2021 года. Лучший заявленный результат в толчке 119 подъемов, в рывке 204 подъема. Лучшая заявленная сумма двоеборья 221 очко.
Прошло 5 минут. Прошло 6 минут. Осталось 3 минуты. Осталось 2 минуты. Пошла последняя минута. Осталось 30 секунд. Десять секунд. Пять, четыре, три, две, одна.
Стоп. Спортсмены закончили выполнение упражнения.